С начала года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 17 преступлений. Так, 4 июля между супругами-пенсионерами произошла ссора, в ходе которой 66-летний глава семейства нанес ножевое ранение 60-летней супруге. Потерпевшая была доставлена в Актюбинский медицинский центр с ножевым ранением в брюшную полость. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 8 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Вместе с тем, по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечено более 900 граждан. За нарушение защитного предписания к административной ответственности привлечено 114 лиц.